темах сразу всех призываю подписываться на канал у нас в Телеграме, потому что там тоже активно происходят события, мы развиваем его, поэтому будем рады вас там видеть. Ну и пишите в чате, задавайте свои вопросы, делайте это также в аудиоформате с помощью WhatsApp, Viber, Telegram и телефона. Меня зовут Вадим Родионов, режиссер эфира Денис Ковалев, и мы начинаем наш сегодняшний выпуск. Ну и тема, которую мы сегодня вынесли в заголовок, я быстро озвучу. Алексей Арестович прогнозирует перелом в войне в июне. Шольц и Макрон ведут переговоры с Путиным, и многих как раз экспертов это смущает. Попробуем сегодня обсудить, кстати, этот аспект, потому что есть мнение, и его разделяют часть экспертного сообщества, о том, что канцлер Германии и президент Франции занимаются умиротворением Владимира Путина, по крайней мере, так это выглядит со стороны. Но есть разные, опять же, версии происходящего. С экспертами попробуем сегодня разобраться. Ну и гость нашего эфира сегодня — это политик Лев Шлосберг. Лев, здравствуйте. Вадим и все, кто нас сейчас смотрит и слушает, здравствуйте. Я сразу обращусь к нашим зрителям. Задавайте вопросы Льву. Можете это делать с помощью WhatsApp, Viber, Telegram и телефона. Вопросы должны быть сформулированы кратко, поскольку времени не так много, в остальном ограничений нет. Но давайте начнем с умиротворения Владимира Путина. По крайней мере, я слышал такую точку зрения по поводу политики президента Франции и канцлера Германии, которые все еще пытаются с Владимиром Путиным о чем-то договориться. Как вы оцениваете эти переговоры, эти попытки, и насколько они нужны, необходимы и эффективны? Знаете, с одной стороны, я не брошу камень ни в одного политика, который пытается любым доступным ему способом остановить происходящий кошмар и ужас. Каждый день гибнут люди, каждый час гибнут люди. И все усилия для мира нужно по определению уважать и приветствовать. С другой стороны, я вижу хаос в позиции стран Европейского Союза. Между ними обостряются достаточно очевидные и вчера, и позавчера противоречия. Эти противоречия носят и экономический, и политический характер. И, судя по всему, ведущие страны Европы, к которым, безусловно, относятся Германия и Франция, утратили надежду на консолидированную позицию Европейского Союза. Вот это само по себе очень плохо, потому что отсутствие консолидированной позиции стран Европы, если говорить шире стран мира, оно увеличивает угрозу того, что выход из тупика не будет найден, и кризис, военный кризис, гуманитарный кризис не будет разрешен. Потому что одним из способов выживания в такой ситуации для такого политика, как Владимир Путин, безусловно, является и будет являться игра на противоречиях между ведущими странами мира, поиск зазоров в их позициях и попытка вести, ну, по сути дела, сепаратные разговоры с каждой из этих стран, учитывая ее интересы, ее уязвимости и в том числе внутренние противоречия в каждой из этих стран. Поэтому ситуация остается крайне противоречивой. На мой взгляд, то, что сейчас многие отдельно взятые политики пытаются установить свои особые индивидуальные отношения с Путиным, не является никакой новостью. Собственно говоря, точно так же строилась политика по отношению к Советскому Союзу в послевоенный период, в том числе в период разрядки. И сам по себе этот политический и дипломатический прием не является открытием 21 века. Никаким. Но совершенно очевидно, что при отсутствии общей повестки по конфликту между Россией и Украиной отдельные политики пытаются взять руль на себя в надежде, что им просто повезет. В эти усилия я, к сожалению, при всем уважении к этим усилиям не верю, просто не верю, потому что значение для выхода из тупика, для разрешения ситуации может иметь только консолидированная позиция значительного количества стран, с которых будет невозможно не считаться, в том числе будет невозможно не считаться Россией. Сейчас такой позиции нет, она не сформулирована, не заявлена, не является предметом обсуждения. И нет площадки, это очень важно, нет площадки, на которой эта позиция обсуждалась бы. Поэтому будут говорить один на один, будут, возможно, обсуждать какие-то частные вопросы, гуманитарные вопросы, они тоже важны. Кого-то на кого-то обменяют, кого-то освободят, кого-то
не будут пытать. Это тоже важно. Жизнь и страдания каждого человека, одного человека, имеют огромное значение. Но это не разрешит саму проблему, к сожалению. Ну, кстати, я слышал такую точку зрения, что Украину начинают, ну, если не сливать, это очень грубое слово, но вот этот эмоциональный накал, который был после 24 февраля, он начинает спадать, Украина постепенно начинает выходить из фокуса мирового внимания, уже не так интенсивно этим вопросом занимается. Насколько это влияет на ситуацию, действительно ли это так, что, ну, окей, война стала рутиной, давайте заниматься и другими делами? Я не думаю, что происходящее стало рутиной. Нет, наверное, есть люди, которые воспринимают это как рутину. Как говорится, дай бог этим людям тоже здоровье и жизнь. Я не хотел бы иметь дело с людьми, которые воспринимают происходящее рутиной. Ситуацию, когда каждый день гибнут люди, рутиной воспринимать нельзя. А политики вообще не имеют на это права. Что касается изменения фокуса внимания и напряженности внимания, то за практически почти уже без малого 100 дней прошедших с 24 февраля, весь мир прошел несколько стадий. Сначала была стадия шока. Эта стадия длилась в течение нескольких дней. Фактически в течение 2 суток был просто всеобщий шок. Звучали прогнозы, разница между которыми заключалась в часах. Киев падет через 72 часа или Киев падет через 96 часов, когда состоится парад на Крещатике российских вооруженных сил. Это были открытые прогнозы, они звучали в СМИ и комментировались в тысячах СМИ. Затем стала возникать некая консолидированная позиция. Эта консолидированная позиция коснулась сферы политики, коснулась сферы экономики, коснулась сферы культуры, коснулась сферы информации, вообще коснулась всего. И эта консолидированная позиция претерпела несколько стадий развития. Была очевидна надежда или иллюзия, что это консолидированная позиция десятков государств. А если смотреть по итогам голосования в Организации Объединенных Наций в сумме свыше 100 государств, это колоссальная цифра, такой консолидации международной политической позиции не было давно ни по какому острому вопросу. И была надежда, что если не первая волна, то вторая волна или третья волна изменят ситуацию, повлияют на ситуацию. Затем стало понятно, что ни первая, ни вторая, ни третья, ни четвертая, ни пятая волна, в том числе санкций, не оказала никакого решающего влияния на ситуацию с точки зрения ведения боевых действий. Это увидели все. Есть последствия для экономики, как в России, так и за пределами России. Есть последствия для глобальной экономики. Это можно обсуждать долго и детально. Это, на самом деле, очень важные темы для обсуждения. Но вообще целью всех этих действий было прекращение кровопролития. Но кровопролитие не прекращено. И на этом фоне государства, политики начинают задаваться вопросом, а было ли это эффективно, а было ли это правильно, а не найти ли какой-то отдельный подход к Путину, вот как мы только что обсуждали усилия Шольца и Макрона. Но Макрон вообще стал, по-моему, чемпионом мира по звонкам Путину. Можно издать книгу мемуаров об этих звонках. И это на самом деле не смешно, это печально. Это печально, потому что человек пытается что-то сделать, пытается, на мой взгляд, искренне. Я не вижу какой-то двуличной или циничной позиции у того же Макрона, но при этом он не успешен. А для политика имеет значение именно успешность. При любом мотивационном внутреннем процессе имеет значение успех либо неуспех твоей миссии. Макрон не успешен, Шольц не успешен, Нехаммер, федеральный канцлер Австрии, человек, который считался особо близким Путину в силу симпатии Путина к той политической силе, которую он представляет в Австрии, не успешен. Вообще никто. Никто не был успешен. Предпринимали попытки политики Израиля, предпринимал попытки Эрдоган, которого считают политиком, ну, можно сказать, в чем-то симметричным Путину. Ни у кого ничего не получилось. Посредничество не складывается. И в этой ситуации, на мой взгляд, происходит волна, требующая изучения, исследования и внимания. И то, что вы об этом говорите, это очень правильно. Фактически впервые за более чем 3 месяца происходящего кошмара появились явные публичные тенденции давления не на Россию, а на Украину. С тем, чтобы Украина изменила свою официальную позицию. Изменила подход по отношению к государственным границам, изменила подход по отношению к интенсивности военных действий и пыталась разрешить этот конфликт
через изменение своей позиции, в том числе через отказ от тех территорий, которые являются общепризнанной, суверенной частью Украины. Это вызывает очень острую реакцию в Украине. Это видно по высказываниям Зеленского, и не только Зеленского. И совершенно очевидно, что это не влияет, вот по состоянию на сегодняшний вечер, не влияет на позицию Украины. Украина публично в лице Зеленского, в лице министров, в том числе министра иностранных дел, в лице главы правительства, оценивает действия европейских и мировых держав, направленные на изменение позиции Украины. И, собственно говоря, это еще одна характеристика тупика. Вот в течение 3 месяцев давили на Россию. Надо же, какой сюрприз, ничего не получилось. Давайте окажем давление на Украину. Она вроде поменьше. Вот. Давайте посмотрим, что получится. Я могу предсказать, вот ничего не получится. Потому что это не тот путь, по которому идут международные переговоры в такой ситуации. Это хаос. То, что сейчас происходит в международной политике, это хаос на руинах всего мироустройства, созданного в 1945 году после Второй мировой войны. Совершенно очевидно, что тот миропорядок, который действовал с 1945 года, был спроектирован в Ялте в 1945 году и в том же году уточнен в Потсдаме, он рухнул. Совет Безопасности ООН оказался бессилен предотвратить крупный региональный военный конфликт в центре Европы. Ничего не смог сделать. Генеральный секретарь ООН не является фигурой, которую воспринимает российское руководство как персону для переговоров. В этом смысле мироустройство обрушилось. Оно не работает, оно не выполняет свое предназначение. И вот на этих руинах отдельные политики пытаются достаточно хаотично и противоречиво искать выход из ситуации. Ничего не получится. Ни с Россией, ни с Украиной. Не получится ничего. Единственный вариант, который мог бы гипотетически сработать, и это отчасти продолжение наших с вами, Вадим, бесед, которые были в марте и в апреле, нужно искать площадку, создавать специальную площадку для обсуждения ситуации между Россией и Украиной. Участниками этой площадки, наверное, должны быть десятки стран, тех, кто вовлечен и в военный конфликт, и в политические конфликты. Понятно, что в первую очередь конфликт является политическим, все остальное следствие. И вырабатывать некоторую консолидированную позицию со стороны тех стран, которые публично заявили, что намерены добиться прекращения кровопролития. Это очень трудно. Это означает то, что должны быть задействованы какие-то особенные казусные механизмы регулирования. Вы посмотрите, ООН не работает. Голосует, но это ни на что не влияет. Совет Безопасности не работает. Совершенно очевидно, что 5 постоянных членов Совбеза ООН, обладающие правом вето, совершенно спокойно пользуются своим правом вето в своих интересах. Вето накладывает Россия на те или иные вопросы. Тут Россия на минувшей неделе вместе с Китаем защитили рассмотрение вопроса по КНДР, показали свою солидарность, симпатии к северокорейскому диктатору. Позиция США, Великобритании, Франции. По сути дела, у постоянных членов Совбеза осталось только право вето. Они не могут сформировать повестку, принятую всеми 5 постоянными членами Совбеза, не говоря уже о том, что есть еще 10 ротируемых членов Совбеза, 10 государств. И это означает, что все сломано, ничего не работает. По какому регламенту проводить эту встречу? По чьей эгидой проводить эту встречу? Кто должен инициировать такой процесс? Это вопрос для глобальных политиков. Я бы все равно отдал приоритет ответственности Организации Объединенных Наций. Вы пропустили этот удар? Организуйте площадку, объявляйте конференцию, определяйте место ее проведения, определяйте состав участников, чтобы был виден какой-то свет в конце туннеля, чтобы было понятно, куда движется мир. А вот эти скачки от одного телефона к другому телефону, Макрон поговорил с Путиным, потом Макрон поговорил с Шольцем, потом Шольц поговорил с Путиным, потом Путин поговорил с Эрдоганом, если ему захотелось, потом Эрдоган поговорил, я не знаю, с кем. Вот можно предположить, что с генсеком НАТО, уточнив свои требования по ситуации со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. И вроде как все заняты целыми днями, включая выходные дни. Есть о чем писать в прессе, можно отчитаться о работе, только результата нет. Нет никакого качественного движения в направлении мира, и люди продолжают гибнуть. Мне кажется, нужно вот сейчас в этом глобальном кризисе всего мира, это не европейский кризис, это глобальный мировой кризис, нужно отстраивать конструкцию для урегулирования этого конкретного конфликта, учитывающего всю архитектуру мировой безопасности, включая размещение сил стратегического назначения, имеется в виду ядерные силы, в Европе,
во всей Европе, включая размещение сухопутных сил в Европе, включая соприкосновение России и НАТО, то есть прямо заявлять, мы готовы обсуждать мироустройство, но условием этого нового мироустройства должно быть наступление мира. Вообще, строго говоря, то, что мы сейчас видим перед собой в этих попытках разговоров, это картина, близкая к шизофрении. Вот каждый день продолжаются военные действия. Каждый день гибнут люди, военные и мирные. Тратятся колоссальные деньги. Изменилась вся система мирового бюджетирования, мировые финансовые потоки. Миру угрожает глобальный продовольственный кризис в связи с нарушением поставок зерна. То есть мир находится в сплетенном кризисе. Это ситуация перемещающихся между собой проблем, каждый из которых умножает другую проблему. И в этой ситуации переход на частности, просто переход на частности, не решает ни одну из проблем. Но есть условие, которое должно быть определенным образом, на мой взгляд, сформулировано как консолидированная позиция. Готовы ведущие мировые страны, на мой взгляд, должны быть готовы вести переговоры, в том числе о режиме санкций, при условии подписания соглашения о прекращении огня. То есть вот есть точка, на которой должно было быть достигнуто согласие. До того, как будут вестись переговоры, на какую линию отходят войска, что происходит с государственными границами Украины и России, каким образом действуют интересы третьих стран, соприкасающихся, в том числе должна идти речь о Молдове, это совершенно очевидно. Ну просто очевидно. Ситуация с Приднестровской республикой – это мина замедленного действия. Она долго спала, и сейчас ее могут пожечь. Это все должно быть предметом переговоров. Но должно быть базовые условия, базовые. Подписание соглашения о прекращении огня. На фоне соглашения о прекращении огня, обмена ранеными, обмена пленными, освобождение, взаимное освобождение людей из тюрем, на этом фоне можно обсуждать проблемы. Сегодня не договорились, не страшно, продолжим завтра. Завтра не договорились, продолжим послезавтра. Но в момент, когда идут переговоры в рамках соглашения о прекращении огня, пушки должны молчать. Сейчас заявлена открытая позиция. Она абсолютно одинаковая и у России, и у Украины. И она объявлена публично. Переговоры ведутся на поле боя. Я цитирую, я буквально цитирую обе стороны. Переговоры на поле боя означают продолжение военных действий. Не нужно испытывать никаких иллюзий. И когда между двумя противоборствующими воюющими сторонами бегают странные люди, то ли с белыми повязками, то ли с телефонными трубками, и пытаются вот на фоне всего этого ракетно-артиллерийско-авиационного шума и на фоне всей этой трагедии выцарапать какие-то искры взаимопонимания, это выглядит очень убого, просто убого. Это бесперспективно, это не приведет ни к каким результатам. Более того, это дискредитирует сам политический процесс, это дискредитирует сам переговорный процесс. Оставьте иллюзии. Оставьте иллюзии. Мир разрушен. Мира нет. Нужно строить мир сейчас. Это ответственность более высокого порядка, чем просто попытка выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией. Вот много вопросов приходят, и пишут наши зрители, в том числе из Украины, и задают вопросы. А как договариваться-то? Во-первых, ну, это не секрет, и многие политики, эксперты говорят, что Путин-то может сказать «да», и даже что-то подписать, возможно, да, а потом может это не выполнять. То есть сколько было уже примеров, когда о чем-то договаривались, а потом все это обнулялось. Вот с Путиным вообще еще можно какие-то договоры, какие-то соглашения заключать? Вот как вы считаете? Мне все больше и больше хочется пригласить в эфир и грянул грем Владимира Путина, чтобы Владимир Родионов с ним пообщался и сказал: Владимир Владимирович, а с вами можно подписывать соглашение? А сдержите ли вы слово, которое вот вы от имени Российской Федерации дадите? Я хочу ответить всем. Я не вижу чата, чат видит Вадим. Я понимаю, что моя позиция будет вызывать критическую реакцию и со стороны Украины, и со стороны России, и со стороны других стран, но я придерживаюсь такой позиции. Пока нет предмета для обсуждения, нет оснований для вопросов. А где предложение? Что обсуждается? Вот это консолидированное глобальное предложение, которое должно устроить десятки стран как отправная точка переговоров, связанная с регулированием конфликта. Кто сформулировал это предложение? О чем Шольц говорил с Путиным? Никто не знает. О чем Макрон говорил с Путиным? Никто не знает. Даже о чем Эрдоган говорил с Путиным? Никто не знает.
Кстати говоря, одну из ключевых фраз последнего месяца, так под сурдинку, по-моему, сразу после 9 мая, произнес на одном из брифингов Джозеф Байден. Я могу воспроизвести не очень точно лексически, но совершенно точно по смыслу. «Я обеспокоен тем, – сказал Байден, – что у Путина нет выхода, что Путин не видит выхода». Это на самом деле психологически очень точное замечание. Я не могу сказать, что ответственность всего мира – искать выход для Владимира Путина. Каждый политик отвечает за себя и должен искать выход из ситуации, в которую он вошел. Но при этом нужно признать, что вот этого консолидированного предложения, которое было бы публичным, открытым и было предметом для обсуждения, его сегодня нет, его просто нет. Если нужно обсуждать на уровне СМИ, на уровне медиа содержание этого предложения, тогда нужно прямо объявить, пусть журналисты, влиятельные медиа объявят: «Уважаемые политики, вы все обанкротились, вы не смогли предотвратить, вы не смогли остановить, вы не видите никакой перспективы и никакого будущего. Давайте мы вместо вас подумаем, что могло бы быть». Так тоже можно. Но нужно понимать, что это немного другой путь. Это когда одни люди берут на себя работу других людей. Пресса не должна заниматься ведением мирных переговоров. Пресса не должна подменять государство. Но совершенно очевидно, что государственные и надгосударственные механизмы не справились. Прямые переговоры Украины и России сегодня невозможны. То есть они физически возможны, но с точки зрения результата они невозможны. Это очевидно. В этой ситуации либо будет консолидированная позиция, на самом деле очень трудно выработать ее, очень трудно, но тогда она будет предметом для обсуждения, и Путин будет определяться. Идти на эти переговоры, даже не то, что принимать предложение, соглашаться, а просто участвовать в этих переговорах, либо не участвовать. Идти на эту площадку, специально созданную, в моем понимании, должна быть отдельная специальная конференция по отношениям Украины и России, или отказаться. Но это будет ответственность. Вот те люди, кто сейчас пишут в чате, наверное, большинство из них не видят российское телевидение. То есть что делает сейчас российские медиа, российская пропаганда. Я признаюсь честно, я не смотрю российское телевидение около 20 лет. Никакое. Да, я время от времени смотрел «Дождь» и был даже его собеседником. Вот, но если иметь в виду российские государственные и прогосударственные медиа, я их не смотрю, потому что это опасно для здоровья. Просто это вредно для здоровья. Я вижу повестку, я знаю, где читать информацию о том, какова официальная позиция в России. Мне для этого не нужно смотреть людей, чьи фамилии уже неприлично произносить. Я не буду их произносить. Но хочу сказать вам, это чудовищно. Это абсолютно другая повестка дня мира, где все не только перевернуто с ног на голову. Там вот строго по Оруэллу, Замятину, черное названо белым, белое названо черным, добро названо злом, зло названо добром, жизнь названа смертью, смерть названа жизнью. Это настолько искаженная картина мироустройства, что в моем понимании настанет время, вот просто настанет время, когда эти материалы будут изучать врачи-психиатры, будут изучать психиатры-криминалисты, потому что нужно будет понять, как люди дошли до такого состояния, в котором они извергают из себя вот эти смыслы. А это ведь смыслы. Это смыслы. Мы с вами обсуждали, по-моему, в одном из эфиров, что они всерьез обсуждают ядерную войну. Если эти люди обсуждают ядерную войну, это означает то, что в какой-то из комнат, не очень далеко от этих людей, обсуждается сценарий тактических ядерных ударов и применения ядерного оружия малой мощности. Эта публика ни слова не скажет без того, чтобы им сказали: да, это в повестке. Как они говорят, это темник, это входит в темник. А давайте вы об этом поговорите. А посмотрим, как на это откликнется народ. А как на это откликнется так называемый, как на это откликнется так называемый коллективный Запад. То есть сейчас совершенно очевидно, что отсутствует сама площадка, отсутствуют переговоры. Я не могу сказать за Путина, как он сдержит или не сдержит свою подпись и свое слово. Так еще слова нет, подписи нет, документа нет. Понимаете, мы находимся, все находятся в замкнутом круге. Этот замкнутый круг сегодня не имеет выхода, кроме увеличения числа жертв каждый день. Совершенно очевидно, что те люди, которые возьмутся за эти переговоры и будут консолидировать эту позицию, и будут пытаться вот усадить, свести за одним столом страны, которые сейчас ведут переговоры с друг другом только на поле боя, эти люди будут серьезно рисковать своей репутацией. Они могут провалиться, они могут тоже ничего не достичь. Им скажут: вот вы взялись, и у вас ничего не получилось. Но сейчас ни у кого не получается.
Не нужно обманывать ни себя, ни весь мир, ни свои народы. Ничего не получается. Соответственно, нужны другие способы, другие формы. Если инвестировать в военные действия, то значит это продолжение того, что происходит сейчас. Если есть те, кого это устраивает, нужно прямо сказать, нас устраивает происходящее. Нас устраивает. Мы считаем, что так должен меняться мир. Тогда надо в этом признаться честно. Если это не устраивает, вот меня это не устраивает, тогда нужно искать выход, нужно искать способ. Ну вот, кстати, Сергей пишет, он говорит, когда европейские страны поймут, что Путин понимает только силу и начнет поставлять Украине вооружение сейчас дешевле, чем потом разгребать последствия. Вот комментарий от Сергея из Германии. Это довольно массовая позиция. Эта массовая позиция распространена в обществах десятков стран. Именно эта позиция оказывает влияние на официальных политиков. И при этом нужно понимать, просто нужно понимать, что инвестиции в боевые действия имеют только один эффект. Это продолжение военных действий. Это единственный эффект. Другого нет и не может быть. Все правительства принимают решения под свою ответственность. Они отчитываются перед обществами и перед своими избирателями. Но перед миром, имея в виду то сообщество стран, содружество стран, еще не сформировавшееся, которое вот сейчас формируется на фоне происходящего кошмара, стоит задача остановить военные действия. Это задача более глубокая. Более того, стоит задача не допустить разрастания этого военного противостояния в Третью мировую войну. Нужно очень хорошо понимать, что любое применение тактического ядерного оружия открывает Третью мировую войну. Любое прямое боестолкновение вооруженных сил НАТО и России открывает Третью мировую войну. Чем глубже конфликт, тем больше число вовлеченных в него стран, тем фатальнее могут быть последствия. Обмен двумя тактическими ядерными ударами в центре Европы по расчетам военных экспертов может повлечь до 90 миллионов погибших. Вот если кому-то непонятна эта цифра, давайте я скажу прямым языком. Это две Украины. Где одна Украина понятна. А где вторая? Где вторая? Ну, задайтесь, наконец, вопросом, к чему это может привести. Это не вопрос того, кто кого умиротворяет. Это вопрос того, кто готов взять на себя ответственность для того, чтобы, вот, не знаю, голыми руками, не голыми руками схватиться вот за это фатальное колесо истории, за этот молох, и пытаться его остановить. Ведь на самом деле, история не предопределена. Вот есть очень расхожее мнение о том, что если конфликт вошел в глубокую стадию, военный конфликт, то он разрешится только военным способом. То есть другого способа разрешения военного конфликта не существует. Раз пошла жизнь по этому пути, по этой колее, то значит такая судьба пусть идет до конца. Это ошибочно. Это неправильно. Это путь новых жертв. Эта позиция может быть не очень популярна сейчас. Люди, которые заняты непосредственно, вовлечены в конфликт с обеих сторон, они действительно инвестируют в этот конфликт. Но вот все, что сейчас происходит между политиками, это происходит между людьми в большинстве случаев, не во всех, но в большинстве случаев, находящихся в личной безопасности. Да, пошла мода ездить в Киев, одевать на себя бронежилеты и ходить по улицам Киева. Возобновили работу почти 40 посольств. Это важно политически для Украины, показывать, что столица является более безопасным местом. Поехали премьер-министры, поехали министры. Президент Польши Дуда уже посетил Киев. И при этом эти поездки, вот то, как я это вижу, это пока что поездки пиара. В этих поездках больше пиара, в том числе внутреннего. Посмотрите, какой я смелый. Я съездил в Украину, я живой остался, я вернулся. Это ведет к повышению политических акций внутри страны. А к чему это привело вот в этом кошмаре, который происходит? На все то, что происходит, ответственный политик должен смотреть глазами человека, сидящего в подвале под бомбами, ракетами и снарядами. Вот это взгляд ответственного политика сейчас. Нужно смотреть глазами человека, который потерял своих близких, кого-то похоронил, кого-то не похоронил, о чьей-то судьбе не знает ничего, просто вообще ничего. И тогда взгляд на происходящее событие будет в каком-то смысле более экстренным. Сейчас все заняты. Правительство, президенты, медиа, все заняты
комментариям к этим событиям, участием в этих событиях, а выхода не найдено. Процесс никому не интересен. Процесс не важен, он может быть любым. Должен быть результат. Нет, дороги не нащупали, дороги, на которой нужно найти результат. Чем быстрее это будет понятно всем, в том числе обществом, тем выше шансы, что будет что-то сформулировано более отвечающее нынешним угрозам. На самом деле это работа для больших, не только политических, но и научных институтов. Мир не сталкивался с такой ситуацией. Нет прямых параллелей. Невозможно найти в истории ни 21 века, ни 20 века похожую ситуацию. Она развивается сейчас в режиме реального времени, круглосуточно, вот скоро будет 100 дней. И я могу сказать, что по состоянию на сегодняшний день впереди не месяцы, впереди годы. Но задайтесь вопросом, сколько за эти годы погибнет людей? Откуда такая жестокость сама по себе? Вот всеобщее понимание, даже не понимание, признание того, что гибель людей — это нормально. Это ненормально. Это ненормально, это неестественно, это противоестественно. У меня есть понимание того, что вот общественной консолидации вокруг правительств, ведущих вот этот хаотичный индивидуальный переговорный процесс с Путиным, не достигнуто. У нас сейчас звонок, давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, Вадим, это Игорь Мчани и Лев, это Юлия из Новосибирска или из Лозницы, так можно теперь сказать. Хотела у Льва спросить, вы что, как это вы говорите, что не было такого же, как сейчас? Да все было, бандиты пришли к власти 100 лет назад в Россию. Ей помогали все, и США восстанавливать, и кто только не помогал нам, и кормили наших голодных, и поставляли станки, делали оборудование, ставили заводы. В итоге то же самое было с Гитлером. В итоге, значит, вырастили два монстра. Один, который начали Вторую мировую войну. И, между прочим, эта сволочь, вот, которая сейчас у нас у власти, уничтожает наших людей 20 лет. Вы хотите это и украинцам, что ли? Вы хотите, чтобы они тоже со швабрами сидели? Сейчас у них уже фильтрационные лагеря. У нас нет образования. Они угробили все образование. И совковое, и которую вывел Ельцин за 90-е годы. Что вы хотите от украинцев? Если они не победят, значит, они погибнут вместе с нами. Война неизбежна, она уже идет. Да, Вадим, я отвечу Юле два раза. Ответ первый заключается в том, что высказывание Юли самодостаточно, она его озвучила, это ее позиция. Спорить с этой позицией нет никакой необходимости. Это законченное высказывание. А сказать, что все уже было, как историк, скажу Юле, нет, Юля, не было. Не было таких конфликтов, когда на одной стороне, у одной из воюющих стран есть ядерное оружие. Не было. 100 лет назад не было. Вот не было, и все. Можете полистать учебники истории и убедиться, что до 1945 года ядерного оружия не было ни у кого. У Германии не было ядерного оружия. Иначе Вторая мировая война могла пойти по другому сценарию. Гитлер очень старался получить ядерное оружие, но не смог по разным причинам. Он был готов его применить. То, что происходит сейчас между Россией и Украиной, это кризис и крах послевоенного устройства мира со всеми его изъянами. Никаких примитивных подходов к обсуждению таких ситуаций невозможно. Просто невозможно. Если сейчас люди, которые проиграли российские реформы, проиграли их с треском, провели их бездумно, провели их жестоко, провели их бесчеловечно, если эти люди хотят, не сделав ничего успешно в нашей стране, сделать ставку на Украину и с помощью Украины что-то изменить в России, потому что они здесь в течение 30 лет ничего не смогли сделать по-человечески. Теперь они находятся все за пределами России. Они оттуда уехали раньше, чем студенты отсюда, из России. Если они хотят таким образом, руками Украины, решить внутриполитические российские проблемы, то это первая глупость, второе – подлость, и третье – кровь, новая кровь. Меня удивляет, просто удивляет психологическая готовность людей к кровопролитию. Вот просто люди не видят, и это нужно признать, что это миллионы людей, не видят никакого другого изменения мира, кроме как через кровопролитие. Это моральное банкротство.
Это моральное банкротство человечества. Нужно об этом говорить прямо. Да, к этому привела во многом безумная позиция правительства. Это действительно так. Потому что инвестиции, боевые действия, вот они заканчиваются такой психологией общества. Только нужно очень хорошо понимать, что если кто-то хочет отстаивать чью-то позицию с оружием в руках, то пожелание простое одно – автомат в руки и на фронт. Хватит вести фейсбучные бои. Если кто-то считает, что вот конкретно здесь, вот в этом окопе решается судьба мира, что ж в стороне-то? Что ж вы смотрите на это все и даете советы? Вперед, форму, автомат и в окопы. И сразу выясняется, что количество желающих уменьшается в 1000 раз. Но тогда давайте зададим себе вопрос. Мы хотим, чтобы гибли другие люди? То есть наше желание заключается в том, чтобы цели, которые мы считаем важными для человечества, достигались ценой жизни других людей, их жертвами. Эти люди погибнут навсегда, они никогда не увидят другого мира, они никогда не увидят будущего. А мы скажем, ну вот, так было правильно, мы наконец-то достигли правильного мироустройства. У меня нет цензурных слов, чтобы это оценить. Вот много вопросов приходят, зачитаю их. Ну, часть вопросов сводится к одному. Что предлагает Лев? Какой у вас сценарий? Это предложение Украине сдаться или что-то другое? Ну вот я обобщил вопросы, которых много на эту тему. Хорошо, давайте еще раз обобщим. Это важно. Эти вопросы очень важны. Обобщаем. Необходимо инициировать международную конференцию, отдельную международную конференцию по военному конфликту между Украиной и Россией. Инициатором этой конференции, в моем понимании, должна быть Организация Объединенных Наций, конкретно Совет Безопасности. В состав этой конференции должны быть включены страны по определенному алгоритму, должен быть принцип, по которому страна входит в эту конференцию. Я не готов сейчас предложить критерии, но совершенно очевидно, что участниками такой конференции будут больше, чем 10 стран. Таково сейчас устройство мира. По большому счету, наверное, весь Совет Безопасности, все 15 государств должны войти, и, наверное, кто-то еще, но минимум Совет Безопасности. Но это отдельная конференция. Условием начала работы этой конференции должно быть подписание соглашения о прекращении огня. Может быть, это кто-то не услышал, давайте я еще раз скажу. Условием начала специальной конференции о разрешении конфликта между Украиной и Россией должно быть подписание соглашения о прекращении огня сегодня. То есть, чтобы завтра начать конференцию, сегодня нужно подписать соглашение о прекращении огня. Невозможно одновременно вести переговоры на поле боя, как это делают сейчас обе страны, и вести какие-то переговоры о мире. Это блеф. Это дискредитация. Сейчас модно в России слово «дискредитация». Так вот, это дискредитация переговорного процесса. Что должно быть предметом этих переговоров? Должен определить Совет Безопасности ООН для этой конференции. Это будет вопрос о вооруженных силах. Это будет вопрос о государственных границах. Это будет вопрос об обмене пленными, ранеными и о переговорах по возбужденным уголовным делам, потому что это симметричные совершенно вещи. И в рамках этой конференции нужно искать ту позицию, на которой может быть разрешен этот конфликт сегодня. Какая будет эта позиция, я скажу образно, на какой линии фронта остановятся дипломатические силы, я вам сейчас не подскажу. Я просто хочу обратить внимание всех, что уже почти 100 дней идут инвестиции в тупик, и политические, и экономические. Я не буду предлагать ни одной из стран конкретный сценарий действий. Ни Великобритании, ни Украине, ни Франции, ни США. Я гражданин России. Я могу предлагать те или иные действия своей стране, президенту, за которого я ни разу не голосовал, и правительству, чью политику я не разделяю. Моя позиция известна. Я не согласен с этой государственной политикой. Притом я много раз, не только я, партия «Яблоко», которую я представляю, неоднократно аргументированно об этом говорил. К слову сказать, в 2018 году, в 2017-2018 году, в течение 2 лет, «Яблоко» предлагало Путину поэтапный, пошаговый, подготовленный специалистами в вопросах международной безопасности план по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Явлинский лично насиловал Путина. Ответом была тишина. Просто тишина. Не было ничего сказано. Просто была тишина. Это печально. Это печально. Это показывает сложность этой переговорной ситуации. Но я хочу сказать, что сейчас есть 2 направления движения от всего человечества в связи с этим конфликтом.
Направление движения первое – это инвестиции, военный конфликт и ставки на то, что ситуация разрешится через военный конфликт. Сегодня этой позиции придерживаются десятки стран, включая Украину и включая Россию. Есть вторая позиция, которую я сейчас озвучу. Искать дипломатические мирные пути для урегулирования этого конфликта. Если эта конференция, эта попытка потерпит крах и будет неуспешной, можно будет сказать, что была предпринята попытка, но она оказалась неуспешной. Но я не могу не процитировать в этом месте цитату из всемирно известной книги и еще более известного фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Но я хотя бы попытался. Вот сейчас я не вижу политика, который мог бы честно выйти перед миром и сказать: «Простите, у меня не получилось, но я хотя бы попытался». Вот сейчас идет речь о том, что мир должен попытаться. Из уважения к жизни людей. Тех, которые сегодня живы, а уже завтра, вот в понедельник 30 мая, могут быть неживы. Вот это понимание сиюминутности человеческой жизни, реальности угрозы смерти, которая угрожает не только миллионам, но в случае перехода конфликта в ядерный десяткам миллионов людей, вот эта позиция должна быть стержнем консолидации того предложения о такой конференции, которое должно быть внесено. Я сейчас не вижу другого выхода. Для того, чтобы подготовить эту конференцию, потребуется работа сотен людей. Мы сейчас с вами в прямом эфире за 10 минут эту конференцию не подготовим. Но в этом месте, в мировой политике, сейчас вакуум. Вот мы с вами начали с того, что идут индивидуальные разговоры, попытки о чем-то вдруг случится, вдруг повезет договориться с Путиным. Не получится ничего. Вот просто гарантирую. Изменить ситуацию в мире может только консолидированная позиция. Возможно ли сделать так, чтобы эта позиция устроила и Россию, и Украину, не знаю. Но опять возвращаемся к отправной точке, к печке. Нет этого предложения, оно сегодня не сформулировано. Те страны, которые не вовлечены непосредственно в военный конфликт, в моем понимании, могут и должны такую инициативу заявить. Это вопрос, да, но вот у нас имеющий глобальное значение сегодня. Не нужно ждать вот эти прогнозы: успех на фронте будет через неделю, успех на фронте будет через месяц, успех на фронте будет и перелом будет через 3 месяца. Позиция и прогнозы людей, непосредственно вовлеченных в военный конфликт с обеих сторон, понятны. Но обратите внимание, он только разрастается. Не нужно испытывать иллюзии от того, что вот месяц назад были, месяц назад были бои под Киевом, сейчас нет боев под Киевом. Были бои в самом Харькове, сейчас идут бои на окраине Харькова. Не нужно испытывать никаких иллюзий по поводу локализации конфликта. Такова логика военных противостояний. Сегодня здесь, завтра там. Сегодня здесь направление главного удара, завтра там направление главного удара. Но где бы ни было направление главного удара, удары продолжаются. Суть заключается в том, что продолжается то же самое. Хочу задать вопрос, много их приходит, времени не так много у нас остается, поэтому вот Сергей спрашивает у вас, как по-вашему заставить Путина прекратить огонь? Я понимаю, что конференция — это попытка инициировать этот разговор, но были же попытки Зеленского переговорить с Путиным, он обращался, говорит: давайте обсудим, не работает. Вы сказали о том, что мы пытались, тишина в ответ. Может быть, Путин вообще этого не хочет, то есть он живет совершенно в своем мире, и конференция, не конференция, Зеленский, не Зеленский, без разницы. У меня своя миссия, своя цель, я буду ее добиваться. Вадим, совершенно очевидно, что президент Украины Владимир Зеленский не является тем политиком, который сможет заставить Путина слушать и вести переговоры. Невозможно сейчас прямые переговоры между Зеленским и Путиным. То, что Зеленский заявляет об их возможности, это понятно. То, что от имени Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил о том, что это возможно, это понятно, но это не содержит под собой никаких оснований. Вот просто никаких. Совершенно очевидно, что сейчас у России есть свои проблемы. Это серьезнейшие проблемы в экономической и в социальной сфере. Отрицать эти проблемы невозможно. Любое правительство должно эти проблемы разрешать. Если предложения для этой конференции будут включать в себя, мы с вами об этом, может быть, я ошибаюсь, но думаю, что не ошибаюсь, мы об этом говорили. Для этой конференции должны быть связанные действия. Подписывается соглашение о прекращении огня. Ответным шагом является прекращение таких-то конкретных санкций, возобновление таких-то контактов.
подписывается соглашение об отводе войск на такую-то, такую-то линию. Ответным шагом является такое-то действие. Здесь невозможно будет сразу разрешить все глобально. Но, между прочим, глобальные вопросы будут стоять в повестке дня. Будет стоять вопрос неизбежно о том, где, в каких странах будет размещаться ядерное оружие в Европе. Какое это будет оружие? Но совершенно очевидно, что военные действия исчерпывают ресурсы всех стран. Во-первых, человеческие. Во-вторых, технические. Невозможно производить военную технику с такими темпами, чтобы она успевала на места уничтоженной техники. Невозможно. Вот просто невозможно. Ни у одной страны мира сейчас нет таких возможностей, и у России тоже нет таких возможностей. Совершенно понятно, что расходуются колоссальные деньги для ведения военной операции. Весь мир сейчас тратит деньги, которые еще год назад немыслимо было себе представить. В моем понимании предмет для разговора есть. Если эти переговоры обанкротятся, это будет очень печально, все, что могу сказать. Но в моем понимании сейчас мысль о том, что шансы этих переговоров невелики, не должна останавливать волю к этим переговорам. Вот просто не должна. Я уверен абсолютно в том, что эта воля должна быть проявлена. Каким будет ответ Путина, мы не знаем. У Путина есть свой круг общения. Судя по всему, это достаточно своеобразные люди. Эти люди основные, ближайшие к Путину люди. Это люди его поколения, которые ментально воспитаны в последние трети 20 века. Это люди, которые выросли и живут с психологией 70-х, начала 80-х годов 20 века в Советском Союзе. Это такие люди. Это советские люди. Они просто перенесли свое мировосприятие из 70-х, 80-х годов 20 века в 21-й. И пытаются сказать всему миру, а теперь весь мир будет жить так, как мы его видим, минус 50 лет от сегодняшнего дня. Вот она, трагедия, это на самом деле разрыв реальности. И поэтому так трудно ведутся переговоры. Поэтому. Ведь на самом деле главный конфликт России не с Украиной, а с современностью, с самим временем. Потому что попытка сказать, что сегодня, в 21 веке, ключевая задача политика — это борьба за территории, это трагическая ошибка. Вот я не трудно найти другие слова, но вот Бисмарк говорил, что ошибка для политика — это хуже, чем преступление. Потому что совершенно очевидно, что в 21 веке государства, власти, политики должны бороться за людей. За людей, за лучшие условия для жизни людей. Какие могут быть лучшие условия для жизни людей на фоне специальной военной операции? Посмотрите, отсутствует образ будущего в нашей стране. Я не знаю, какая часть нашей с вами аудитории является зрителями из России, но вот Юля звонила из Новосибирска. В чем трагедия властей России для российского общества? Нет образа будущего. Образ будущего может быть связан только с миром. Образ будущего не может быть связан ни с каким военным действием, потому что образ будущего — это жизнь. А у смерти нет будущего. У смерти, в принципе, нет будущего. Ну, кстати, Лев, тут вопрос про Владимира Путина. Я понимаю, что это немножко такая тонкая грань, мы можем перейти в категорию таблоидов, но это обсуждается, поэтому задам этот вопрос из чата вам. А Путин вообще жив или все-таки его уже нет? Вот насколько эта версия может быть реалистичной? Опять же, повторюсь, давайте вспомним Ислама Каримова, который скончался, и долго об этом не говорили. Потом все-таки это стало известно. Вот что с Владимиром Путиным и как вы это можете прокомментировать? Хороший вопрос. Такое ощущение, что я нахожусь в соседней комнате с Путиным, мне нужно постучаться в дверь и спросить: Владимир Владимирович, как вы там? Путин жив, Россия не Узбекистан, Россия не Северная Корея. Если бы с Путиным что-то случилось, все об этом бы знали. Скрыть смерть президента России даже в сегодняшних условиях невозможно. Я считаю, что невозможно. Вообще очень печалит, что на фоне этой трагедии усилилось, просто кратно усилилось число конспирологических версий о том, что в России происходит и что может происходить. Люди живут надеждами на какие-то иллюзорные, мистические варианты развития событий. Просто упиваются этой мистикой. Читают всевозможный бред, просто всевозможный бред. Читают седьмую воду на киселе, у которой нет никаких источников. Я не успеваю за этим следить, но иногда в лентах мелькают версии, которые читаешь и думаешь: боже, что должно быть в голове у человека, который вот предполагает такой сценарий развития событий. А ничего нет в этой голове, в этой голове пусто. Стало очень много высказываться людей, которые, ну, по понятным причинам,
по сути дела, ничего не знают. Ответственность за высказывание нет. Ну вот я высказал свое мнение, и высказал свое мнение. Какие проблемы? Люди начинают питаться вот этой информационной падалью, простите мне такие резкие слова, потому что при отсутствии возможности реально влиять на ситуацию, люди начинают верить в мифы, люди начинают верить в сказки. Я всех хочу призвать смотреть правде в глаза. Правда жестока. Происходящее может длиться годами. Почему я раз за разом в каждом эфире говорю о необходимости мирного разрешения конфликта? Потому что сегодняшние ресурсы и мира, и России позволяют продолжать то, что сейчас происходит, в течение многих лет. Понимаете? Многих лет. Это будет незаживающая язва, которая может в любую минуту стать чумой для всего мира. Ну что ж, Лев, спасибо вам. Будем вас отпускать. Лев Шлосберг был с нами на прямой связи. Благодарим вас и будем на связи. Спасибо вам. Вадим, большое спасибо. Спасибо всем, кто нас слушал, задавал вопросы. Друзья, я понимаю ваши переживания. И вот единственный прорвавшийся в эфир звонок Юли, такой эмоциональный, такой отчаянный. Друзья, отчаяние – опасный советчик. Отчаяние – очень опасный советчик в жизни, потому что оно приводит человека к решениям и действиям, которые могут быть самоубийственными. Не нужно отчаяние. Нужно пытаться сделать все, что можно, но не отчаяние спасет нас. Всем желаю мира. Ставьте лайки, все, кто за мир. Да, Лев Шлосберг был с нами. Спасибо и всего вам доброго. А мы продолжаем наш стрим. Пишите, комментируйте, участвуйте, высказывайте свои мнения. Ставьте лайки. Сейчас их 559. Давайте дойдем до 1000. Лайки нужны для того, чтобы алгоритмы YouTube нас активнее рекомендовали. Так что, если еще не поставили, поставьте. Это несложно. А таким образом вы можете этому стриму дать новую жизнь, в том числе после того, как мы закончим вещание онлайн и офлайн. Он тоже будет активно рекомендоваться YouTube. Ну и пишите ваши комментарии. Видел я, конечно, разные мнения по поводу высказываний. Мы ценим мнение наших спикеров, ценим мнение наших зрителей. И вообще, Грэм, открытая площадка, где вы можете обмениваться своими мнениями по разным темам. Единственное наше требование и просьба — это не нарушайте закон, не занимайтесь разжиганием, не пропагандируйте насилие и так далее. Ну, в общем, все это известно, я не буду все перечислять. Наша аудитория интеллигентна, наша аудитория умная, и поэтому вы все прекрасно понимаете. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Телеграм-канал «Игрянул Грэма» закреплен. Кстати, ссылка на него закреплена у нас в чате. Сверху можете выбрать и кликнуть и подписаться. Там тоже у нас активно все развивается. Давайте будем вместе еще и на платформе Телеграма. Ну а сейчас Грэм Ньюс с Анной Лейтланд Григорьевой. Анна подготовила как раз этот выпуск. Давайте сейчас и мы его подготовим. Обращаюсь к нашему режиссера, он показывает, что все в порядке. Анна Лейтланд Григорьева и Грэм Ньюс. Давайте посмотрим.